Thank you.
Thank you.
что сделать? Прямо иди. Все, вот прямо и налево. Тяжело добираться, Антох, очень сильно. А у нас бывают такие случаи, когда мы начинаем поезда. И я вот как раз в поезд попал. Время увеличивается прямо. Просто я на сутки, я так себе еду, сейчас поеду. Ничего не нашел, там много смены. Да. Чуку линии. Смотри, нет, решил не покупать, потому что день подождал, все, нахуй, все лучше стало. Единственное, что так по лестнице чуть тяжело, но по лестнице чувствуется. Куда? Ну, я левый, правый. Ну, без разницы. Thank you.
элементарно посадить. Посажу и собираю. Быстрее, вот слишком много. Нет, ну, в смысле, это в самом пессимистичном раскладе, я имею в виду. Вот, я думаю, это многовато. Быстрее, я думаю. Все, разминайся. Thank you.
Константин виноват, он навесил. Кто ж выкидывает-то на полполя под правую руку, Константин? Надо переигрывать через сеточку. Ой, я через сеточку не сыграл. А. Сюда? У меня вроде так было. Водичку. Ты про водичку? Да. Вот, ну если что, пей, если хочешь. У меня холодно. А это точно мое.
Thank you.
а? Ну да. Спасибо.
то есть если будешь что-то делать, то вообще заедешь. Я, допустим, отыграла бы где-то, но никуда не пошла. А вечером что, занято все? С 8 до 9 вечера. Да. Ну ладно, сейчас что-то подожди. Да, может быть так. Вот, ладно, окей. Я думаю, да. Нет, я могу, у Алисы 6 часов. Так, на все остальное там занято. До 6. Да, с 10 до 12 репетитор, потом с 6 у нее называют. Да, матовый. Да, ну, вот смотри, у меня с часа до 3 я открываю. Вот, с 4 до 5 у меня 1 час. Прощаюсь, да, еду либо в пути полчаса. Это с 8 будет.